Вячеслав Битаров призвал профильные ведомства усилить контроль за исполнением противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона. Прежде всего, это касается образовательных учреждений, транспортных компаний и предприятий. Глава также отметил важность использования средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей и соблюдения социальной дистанции. Во многих регионах ситуация вновь усугубляется. Важно не допустить вспышки второй волны, строго контролировать исполнение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, подчеркнул глава республики.